Всем привет, дорогие нажиманы! На канале еще одна новинка от компании Kershow. Нож, который называется Showtime 1955, его каталожный номер. Ну, в общем-то, еще один нож э, в стиле маленький но крепкий. 106 грамм вес ножа при общей длине 175 миллиметров, длине клинка 75 миллиметров. Толщина клинка у ножа 2,7 миллиметра. Как вы видите, нож имеет цельно-стальную рукоять, то есть обе плашки сделаны из стали. Ну и покрыты они, видимо, чем-то выкрашены. Покрыты они в черный цвет. Это я подозреваю не анодирование. Во всяком случае, на анодированный алюминий на других ножах не похож. Какое-то вот такое вот практически блестящее лаковое покрытие. Оно, кстати, неплохо ляпается. Ну, как вы видите, сверху на спинке рукояти сняты довольно широкие фасочки. На навершии тоже широкие фаски, но вот здесь вот края слегка закруглены, их острыми тоже не назовешь. И в местах подпальцевых выемок. Соединены две части рукояти при помощи винтов и вот таких вот боночек, шкивообразных, я бы сказал, боночек. Имеется клипса, как вы видите на ноже, клипса глубокой посадки, она переставляется на две стороны ножа. Вот такая вот она, маленькая, как вы видите, но очень, я бы сказал, такая жесткая, маленькая, но злая клипсочка. Полностью она скрывает нож на кармане и довольно уверенно она его держит. Ну и конечно как элемент дизайна обращает на себя внимание вот такого вот не маленького размера осевой вин с другой стороны это шестигранник. Нож, в общем-то, по конструкции является флипером, оснащенным системой спидсейф, ассистированного открытия клинка. Ну, нажимаем по традиции на плавничок, который образует под пальцевой упор небольшой, и клиночек открывается. Флиппер этот оснащен замком фреймлок. Ну, вот как-то так, с довольно большим просветом его выпилили из плашки рукояти. Выбирает он, кстати, практически половину клинка. Сейчас я попробую показать. Тут все черное. Вот так лучше видно. Да, практически половину пятой клинка он сразу выпирает. Но, тем не менее, клинок он фиксирует надежно. Никаких люфтов, ни поперечных, ни вот таких вертикальных не наблюдается. Рукоять ножа, как вы видите, содержит вот, ну так, пару бы я сказал, под пальцевых выемок. Но, в общем-то, в моей 8-сантиметровой ладони лежит довольно неплохо. Правда, вот таким вот хватом, если сильно сжать нож, очень хорошо чувствуется вот это ребро клипсы. Я думаю, при долгой, нудной силовой работе клипса будет наминать руку. А вот лучше дело обстоит в обратном хвате. В обратном хвате указательный палец ложится на вот это вот углубление клипсы. На наверши очень хорошо ложится большой палец. И, в общем-то, нож хорошо и очень хорошо лежит в руке. Ну и, в общем-то, неплохо, я бы сказал, лежит нож в руке вот таким Хватом. Во всяком случае, вот этот уголок не мешает, пальцы довольно комфортно можно разместить а, на рукояти. Клинок ножа изготовлен по традиции для китайской серии из стали 8 хром 13 молибден ванади. Также по традиции киршоу умалчивают о его закалке. Единственное, что я тут намерил, это его толщина 2,7 в области вот этих насечек. Насечки, кстати, тут имеются такие неострые, травмобезопасные. И также я намерил сведение. Сведение начинается от 0,5 мм, плавно переходит в 0,7 и в 0,8 на самом кончике. Вот так вот выглядит кончик клинка. Ну, я бы не сказал, что он ломовитый, но и таким хлипким вроде его тоже не назовешь. Ну и вы обратили уже внимание, что используется двухцветное оформление клинка. Это вот такой вот продольный сатин, такой ярко выраженный, я бы сказал. Попытаюсь я сейчас его показать. Вот так вот хорошо видно, такой ярко выраженный продольный сатинчик. И на фальш лезвие на спусках он черненый. Спуски, кстати, у клиночка Вогнутый. Такая новинка получилась у компании Киршоу. Очередная новинка 2016 года. Киршоу Шоу Тайм. Надеюсь, она найдет свой отклик в сердцах нажиманов. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.